Английская марка MG, которая на сегодняшний день находится в собственности китайского концерна Zeekr, представила электрический кроссовер Marvel Air в европейской версии. В Китае модель MG Marvel известна под названием Roe Marvel. Она дебютировала в 2018 году и в 2020 успела обновиться. Версию под брендом MG планировали представить еще весной, но случилась задержка. В комплектациях Comfort и Luxury машина оснащается двумя электродвигателями на задней оси. Суммарно они развивают 180 лошадиных сил и 410 ньютон-метров максимального крутящего момента. Разгон с места до 100 км в час занимает 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км в час. Топовый вариант MG Marvel Performance добавляет третий электродвигатель спереди. Мощность с ним возрастает до 288 лошадиных сил, а момент достигает 665 ньютон-метров. С места до первой сотни такой MG Marvel разгоняется за 4,9 секунды, а вот максимальная скорость у него такая же. Все версии электрокроссовера MG Marvel оснащаются аккумулятором емкостью 70 кВт-час. При двух электромоторах его хватает на 402 км пробега. При этом трехмоторный Marvel проезжает до 370 км. В автомобиле есть функция отдачи заряда внешним энергопотребителям. Багажников у модели MG Marvel два. 357 литров сзади и еще 150 литров под капотом. Вертикальный мультимедийный экран, похожий на тот, что устанавливается в Tesla, имеет по диагонали 19,4 дюйма. А вот электронная приборная панель стандартной для нее размерности 12,3 дюйма. В числе опциональных доработок есть комбинированная отделка интерьера, многочисленные технологии активной безопасности, а также акустическая система Bose. Цены на европейском рынке на MG Marvel составляет от 40 до 48 тысяч евро. Это примерно от 3 миллионов 300 тысяч до 4 миллионов рублей по текущему курсу.